Так, сегодня я расскажу про две свои максимально выгодные карты, дебетовые карты банков. Первая карта — это карта Тинькофф в сравнении с картой Рокетбанк. Для начала оба банка — это интернет-банки, соответственно, они будут во многом похожи, и во многом они, кстати, дополняют друг друга. Мало того, что они дополняют друг друга в использовании, в удобстве, плюс ко всему, с помощью этих двух карт можно зарабатывать более 50 тысяч. В конце видео я об этом расскажу. Для начала будет сравнение. Что общего? Обе эти карты привозят курьер. То есть в банке Тинькофф, в банке Рокетбанк есть сотрудники выездные, то есть все оформляется через интернет. По ссылкам, которые я оставлю под этим видео, и на Тинькофф, и на Рокет. Соответственно, потом заявка подтверждается, и в дальнейшем уже обговариваются детали встречи, обговаривается адрес, то есть карты привозят прямо домой. И Тинькофф, и Рокетбанк. Плюс ко всему, по той ссылке, которая внизу, будут еще дополнительные бонусы, о них я тоже расскажу. Теперь непосредственно про фишки каждой карты. Ну, естественно, это карты дебетовые, они обе бесплатные, у Тинькофф есть нюанс, у Рокетбанка она сразу бесплатная изначально, то есть нет никаких комиссий, ничего за годовое обслуживание. У Тинькова же карта дается бесплатная, если оформить ее по ссылке, которая вот под видео, собственно, карта будет 3 месяца бесплатная, но в дальнейшем ее также можно сделать полностью бесплатной, перейдя на тариф 6.2. Об этом необходимо написать в чате, в приложении Тинькофф, ну, собственно, в приложении банка. Переведите меня на тариф 6.2, и за это отключится процент на остаток, все остальное сохранится, все кэшбэки, про что я дальше расскажу. И отключится плата за обслуживание 99 рублей в месяц. Если на тариф не перейти, то через 3 месяца после регистрации по ссылке будет плата, ну, собственно, как я и сказал, 99 рублей в месяц. Рокетбанк изначально бесплатная, и никаких переходов не надо. Собственно, две карты бесплатные, можем так подытожить. Второй момент. Кэшбэк. И в Тинькофф, и в Рокетбанк на все покупки начисляется 1% денежный кэшбэк. То есть ни баллы, ни бонусы, конкретно деньги, которые возвращаются обратно на карту. В Тинькофф есть еще дополнительные кэшбэки, повышенные, 5%. То есть выбираются раз в 3 месяца, можно выбрать 3 категории. Банк предлагает на выбор 6 категорий, из них уже раз в квартал выбираются 3. По ним начисляются 5%. И у Тинькофф есть еще куча предложений от партнеров магазинов, где кэшбэк может достигать 30%. То есть там разные варианты, разные проценты, это все надо смотреть в конкретном приложении. Да, действительно достигает до 30%. Тоже возвращается все деньгами обратно на карту. В Рокетбанк, как я и сказал, есть 1% кэшбэк на все покупки. И есть 3 магазина, здесь не категории. Если здесь категории, допустим, там спорттовары, и это все магазины, которые торгуют спорттоварами, либо если это детские товары, это все магазины, то в Рокетбанк повышенный кэшбэк 10%, но выбираются 3 точки, то есть 3 магазина. Тоже дается 6 вариантов раз в месяц, то есть если в Тинькофф раз в 3 месяца меняются категории, то в Рокетбанк раз в месяц меняются 3 этих точки, и по ним кэшбэк 10%. То есть, если вы куда-то ходите, посмотрели, что ага, есть магазин, который вы посещаете чаще, соответственно, выбираете его, и будет начисляться 10%. Дальше, процент на остаток. Если мы говорим про Тинькофф, то когда мы перешли на тариф 6.2 и сделали карту максимально бесплатной, процента на остаток не будет. До того, пока вы не будете копить, пока на карте не будет 100 тысяч рублей. Когда на карте 100 тысяч рублей и выше, тогда включается процент на остаток, 5%, и все копится. Но для того, чтобы этот процент работал, по карте необходимо совершить операции в месяц на 3000 рублей. Тогда он включается. То есть он копится изначально уже сразу, но когда вы потратили 3000 рублей, он тогда как бы прибавляется сразу. То есть те суммы, которые уже были потрачены, те деньги, которые были до траты, они уже как бы засчитались. Если не переходить на тариф 6.2.0, то изначально уже копится процент на остаток. Тоже остается критерий, что надо потратить 3000 рублей в месяц. Процент на остаток составляет 5%. В Рокетбанк нету таких условий, условностей.
сразу копится процент на остаток без каких-либо трат, и он составляет 4,5%. На 0,5% меньше, чем Тинькофф, но зато условия немножко другие, и они отличаются. Далее из удобств. С карты Тинькофф можно снимать наличку в любых банкоматах. Лимит 50 тысяч рублей в месяц. Но есть условие, что снимать надо минимум 3000 рублей. Если снимать ниже, в чужих банкоматах имеется в виду, тогда комиссия будет. Необходимо всегда снимать от 3000 рублей. В своих банкоматах, конечно, там нет лимита, и, конечно, там нет лимита на снятие. В Рокетбанке можно снимать в месяц 150 тысяч рублей, в чужих, в любых банкоматах. И нету критерия в 3000, которые необходимо снимать в Тинькофф. Лимит больше в Рокетбанк и удобнее. И та карта позволяет совершать денежные переводы на чужие карты, на сторонних банков. В Тинькове лимит 20 тысяч рублей в месяц, в Рокетбанке лимит 30 тысяч рублей в месяц. Пополняются карты также через банковские переводы, вернее, с карты на карты. Тинькофф можно пополнять прям бесконечно и нет никаких лимитов. То есть пополнение бесплатное. Заходите в приложение Тинькофф, любую карту добавляете, с которой вы хотите пополнить Тинькофф. Соответственно, перевод будет бесплатный, без комиссии. Собственно, это такой лайфхак, как можно, допустим, если вам надо перевести деньги, допустим, со Сбербанка на Тинькофф кому-то. Если вы будете переводить со Сбербанка в Тинькофф, комиссия будет. Для того, чтобы обойти этот момент, надо попросить лучше человека пополнить счет своей карты, с вашей карты Сбербанка. Но тогда необходимо будет ее добавить. Но ее потом можно и удалить из приложения. Поэтому такой мини-обход, как обойти проценты за переводы по картам. В Рокетбанк можно пополнять также бесплатно карту, но есть лимиты. Минимум надо пополнять на 5000 рублей, а пополнять можно карту хоть на 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому здесь немножко посложнее, лучше даже переводить с какой-нибудь чужой карты, либо пополнять как раз-таки на большую сумму. То есть здесь нет лимитов, здесь все-таки есть лимиты. Соответственно, как я и говорил, обе эти карты очень прекрасно друг друга именно дополняют. То есть как бы нельзя выделить какую-то конкретную карту, потому что у них разные условия, разные свои фишки. И в совокупности лучше держать их две, тем более, что они обе бесплатные, как я и сказал. И самое то, ради чего, можно сказать, это видео, это как с помощью этих карт можно зарабатывать. Причем, что сами карты могут лежать просто в столе, ничего для этого не делая. Не обязательно по ним совершать покупки или там какие-то выполнять лимиты. Ну, дальше по желанию. Конечно, с кэшбэками вы заработаете гораздо больше, но можно и без этого. Это программа «Приведи друга». И Тинькофф, и Рокетбанк – это очень активная программа, которая как бы помогает и зарабатывать, и пополнять банки клиентами. Собственно, о чем речь. Тинькофф – как раз-таки те ссылки, которые я оставил под видео, это реферальные ссылки, по которым начисляется бонус. Новому клиенту дается 3 месяца на обслуживание, тому, кто пригласил, даются разные бонусы. Изначально, когда вы только оформляете карту, бонус тому, кто будет приглашать, сначала будет начисляться тоже в эквиваленте бесплатного обслуживания. То есть добавляться будет месяц на бесплатное обслуживание. Но если вы перешли на тариф 6.2, этот бонус уже не актуален, потому что у вас и так бесплатное обслуживание. Дальше поступаем следующим образом. Необходимо ждать. Необходимо пользоваться картой, и в дальнейшем бонус будет постоянно удваиваться. Соответственно, там через какое-то время сначала дается 3 месяца в качестве бонуса и приглашенному, и пригласившему. Потом дается полгода тому, кто пригласил. После какого-то времени, где-то примерно через полгода, уже бонус перейдет в денежный эквивалент. Будет начисляться 300 тысяч сначала. Нет, много. Бонус перейдет в денежный эквивалент и будет начисляться 300 рублей за активацию карты, за оформление карты. Через еще какое-то время будет уже 500 рублей. И в периоды промо-акции, а таких достаточно много у Тинькофф, то есть я уже за 3 месяца 2 таких встретил, начисляется, когда бонус удваивается, и начисляется 1000 рублей за одно приглашение. То есть достаточно весомый момент, и заработать можно до 30 тысяч рублей за год. Можно даже больше, если договориться там с сотрудниками, написать им в чате. Есть лимиты. То есть банк в течение года, почему 30 тысяч рублей, сказал, в
течение года банк начисляет максимум 30 вознаграждений. То есть, соответственно, если вы приглашаете, когда у вас начисляется там по 300 рублей, но это вот на 30 вознаграждений, это всего-то 9 тысяч. Лучше, конечно, дождаться, когда будет это 1000, пригласить 30 человек, и это будет 30 тысяч. Разница существенная. Но есть тоже свой лимит. Если в год максимум 30 вознаграждений, именно вознаграждений, то в месяц максимум 5 вознаграждений. Соответственно, 30 вознаграждений за минимальный срок, который можно их получить, это 5 умножаем на, вернее, 30 делим на 5, получается 6, полгода. То есть за полгода можно стабильно заработать 30 тысяч рублей по Тинькофф. Для того, чтобы бонус начислился, необходимо, чтобы по новой карте, то есть новый клиент, который оформил карту, чтобы он совершил покупку от 300 рублей. Но это стандартная трата, пойти в магазин, потратиться. Именно чтобы в одном чеке была сумма от 300 рублей. В этот же, там буквально сию же секунду, начисляется бонус ему, то есть ему активируются вот эти 3 месяца бесплатного обслуживания. И тому, кто пригласил, начисляется бонус за вознаграждение. В зависимости, какой он был, там 500 рублей, либо 1000, либо 300. И необходимо, чтобы это целевое действие было выполнено в течение 90 дней. Если это условие не выполнится за 3 месяца, бонус не начислится никому. То есть это надо отслеживать. Еще добавлю лайфхак от себя, что в принципе новых клиентов очень удобно приглашать и упрощает все значительно то, что карту привозят прямо на дом, то есть человеку никуда идти не надо, все ему привезут. Можно еще дополнительно оформлять и сим-карту. За нее тоже начисляется бонус в размере 300 рублей. Причем, что новым клиентам, если я не ошибаюсь, то сразу будет начисляться за симку. То есть, если за карту начисляется бесплатное обслуживание изначально, то за симку будет сразу начисляться 300 рублей за оформление симки другим человеком. Но эти 300 рублей будет сначала идти на счет только сим-карты, а потом уже на счет карты, то есть живые 300 рублей. Если их оформить одновременно, бонус придет и за карту, и за сим-карту. И курьер все привезет в один раз. То есть, как бы это очень удобно, когда и карта, и сим-карта будут доставлены сразу же. То есть максимум можно получить 1300 вот за одно оформление. Причем, что на симке по ссылке тоже дается бонус. Там дается неделя бесплатной связи. Если кто оформит по ссылке, кстати, я ее тоже оставлю внизу для оформления. А в дальнейшем пользоваться или не пользоваться, вы можете уже сравнить. В течение этой недели симка в минус не уходит, и ее основная фишка в том, что можно полностью отключать абонентскую плату. То есть использовать как дополнительную вторую сим-карту, которая не уходит в минус и которая не будет списывать ежемесячно что-то. В настройках, в приложении там все это можно убрать, конструктор, и прям отключить полностью. У вас будет сим-карта, которая, допустим, нужна для каких-то дополнительных целей. Теперь, что касается Рокетбанка. Также действует программа «Приведи друга», и она отличается от программы у Тинькофф. Здесь при регистрации по ссылке и новому клиенту, и тому, кто пригласил, сразу начисляется по 500 Рокет рублей. Это равно по 500 рублей. Есть разница только в том, что вот почему Рокет рублей. Их можно выводить, когда вы накопите минимум 3000 Рокет рублей. Тогда их можно, конвертировать уже в совершенную вашу покупку. То есть у вас там в истории будет какая-нибудь покупка от 3000, вы набрали 3000 Рокет рублей, и вы возвращаете эти деньги. Там в приложении нажимаете «Возврат», и за эту покупку 3000 вам на карту возвращаются. То есть лимит на вывод 3000 рублей. При оформлении по ссылке у вас уже сразу будет 500 Рокет рублей. Они начисляются в тот момент, когда новый клиент пополнит баланс карты хотя бы там на 50 или 100 рублей. Сразу обоим участникам начислится по 500 Рокет рублей. И дальше можно приглашать сразу новому клиенту также будет начисляться по 500 Рокет рублей за каждого приглашенного. По данной карте можно приглашать хоть 55 человек в год, то есть это получается почти более чем 25 тысяч рублей можно заработать. Нету там никаких прям конкретных лимитов и ограничений. Причем, что я уточнял у сотрудников банка в чате, я писал, мне сказали, что можно приглашать, вот прямо если у меня закончится весь лимит, можно им написать, и они этот лимит могут увеличивать. Собственно, то же самое могут делать и в Тинькофф на самом-то деле. Если у вас заканчивается лимит, они могут отследить эту статистику, можно им написать,
и они могут также все расширить. Собственно, зарабатывать можно значительно больше. То есть Тинькофф 30 тысяч рублей за год можно заработать, дожидаясь вот этих как раз таки промо-компаний, когда бонус удваивается до максимального. Возможно, есть еще больше бонус, я пока не встречал. И Рокетбанк — это вот средние 25 тысяч рублей. Итого 55. Плюс еще, если мы прибавим сим-карту. Кстати, да, если по Тинькофф вы получили бонус, допустим, вы кто-то оформил по вашей ссылке карту, и вы получили за него бонус, за другие карты, там, за кредитные карты, либо за там брокерские счета, либо еще что-то, вы уже не получите бонус, потому что он уже был. А за сим-карту вот получится, то есть и за это, вот это только совмещается. И еще один лайфхак, да, можно приглашать, когда вы станете клиентом Тинькофф, вы можете приглашать, отсылать ссылки не только на оформление карты дебетовой Black. Это, кстати, у меня Black, просто платина написано, это вот раньше такие были, я древний еще клиент Тинькофф. То есть не только на оформление карты Тинькофф Black, но и на оформление всех кредитов там его, и на оформление брокерского счета, и на оформление вклада. У каждого будет свой бонус, я оставлю тоже ссылку внизу, можно будет прям полистать, посмотреть, что дается новому клиенту за это. Ну а то, что дается вам, как клиенту, вы увидите уже, когда оформите карту. Там бонусы будут значительно выше. По Рокетбанку у нас только вот одна карта. Соответственно, по ней можно получить вот более чем 25 тысяч рублей. Итого в сумме мы плюсуем, получается, за год 55 тысяч рублей. И я же говорил, что кэшбэк есть и здесь, и здесь. И минимум это 1%. А здесь есть 5% повышенный, здесь есть 10% повышенный. Соответственно, если пользоваться этими картами, чуть распределив свои финансы, в месяц можно стабильно получать где-то, ну, 500 рублей, это точно. 1000 это прям, ну, тоже налегке. За год, если по 1000 в месяц получать, еще, короче, дополнительная десятка может сделаться. Итого где-то в размере 65 тысяч можно сделать, просто пользуясь данными картами. Либо 55 тысяч, если не пользоваться, просто распространять свои ссылки. Один из вариантов распространений, то есть все могут спросить, как это делать, друзей не так много. Один из вариантов распространения, собственно, вы уже смотрите. Да. И по поводу приглашения друзей тоже от себя добавлю. Их вообще очень лучше приглашать, оставьте их там прямо на последний момент, когда будет конкретно удвоенный бонус. Потому что друзей пригласить всегда проще, чем незнакомых людей. Поэтому выводы делайте сами. Все ссылки для оформления и той карты, и, собственно, и симки, и посмотреть все бонусы, которые будут от банка Тинькофф всем новым участникам по разным продуктам, смотрите внизу под видео в описании. Оформляйте себе карты, если у вас еще их нету, бесплатные эти, и зарабатывайте. Получайте свои бонусы, распространяйте ссылки и зарабатывайте сами.